сорт острого перца, скотч Bonnet Moaret. Вот такие вот красавцы, смотрите. И плоды чем-то похожи на скорпиона. Моа переводится как Министерство сельского хозяйства на Ямайке. Эти плоды имеют фруктовый аромат шоколадного Bonnet. Такие вот красота. Созревают плоды от такого зеленого до красного цвета. Это очень плодовитый сорт. У него очень большое количество плодов может завязываться на кусту. И тут какие красавцы. Вот у меня кустик где-то сантиметров, наверное, 60 в высоту. Плоды могут быть от 4 сантиметров до 6 сантиметров в длину и от 3 до 4 в ширину. Срок созревания такого перчика 90 дней. Высота растения может от 80 до 1,20 м. Вот такие красота, смотрите, как скорпиончики. Красные. На кусту могут быть перцы разной формы. В виде скорпиона и просто кубовидные. Такие вот облиственные растения. Острота такого перца от 150 тысяч до 300 тысяч сковелей. Так что выращивайте такой перчик у себя дома. Всем удачи!